Короче, я взвесил этого богатыря, друзья, с горем пополам. И сумку порвал в итоге. Сейчас показываю зафиксированные весы. 6 килограмм, 100 грамм. Вот такой богатырь у меня будет на продажу. Кому надо, пожалуйста. Мамулька красотка, он тем более. Вот такие красавцы рождаются в моем хозяйстве. И поэтому, я думаю, не нужно мне задавать вопрос, Инна, почему такие цены или что-то еще. А поэтому вот такие вот дела. Вот такие вот красавцы, красоточки, которые от простых, для меня это простая порода, да, они будут стоить других денег, понятно. Когда уже идет вот такая порода, это просто вот как раз возможность есть такая, показать вот на двух породах. Вот почему я работаю именно с хорошими кроссами. Потому что мне это нравится, я от этого кайфую, я просто потихонечку буду убирать, продавать вот таких ромашечек этих. Пока держу, потому что у меня маленькое стадо, поэтому я их держу. Но я вам скажу, что я тоже довольна ее результатом, так как она первый окот у нее, видите. Принести тоже 7 килограмм, я вчера взвешивала, я говорила, да. И принести вот таких прекрасных ягнят для первого окота, я считаю, это просто супер. Просто. Я тоже очень довольна. И опять же хочу прийти к тому, чем я крою своих животных. Я крою хорошим бараном. И все, может, он говорят, ой, да он у тебя там рогатый, может, думают в голове люди всякое. Зато я знаю, как он мне принесет результат. Да? Вот таких красавцев. Вот таких.